Что находится за гаражом? Россыпи и реагент. Что это такое? Россыпи — это ромашка пропитанная. Наркотики или нет? Да, это наркотики. Еще летом сотрудники полиции задержали несколько молодых людей, которые занимались распространением наркотических средств. Для большей продажи они даже организовали интернет-магазин. Все члены наркомаркета были задержаны, а также у них был проведен обыск. В общей сложности полиция изъяла из незаконного оборота более 4,5 килограмм наркотиков. Суд признал мужчин виновными в совершении преступлений и приговорил их к лишению свободы. Оптовый курьер из Березняков получил 12 лет колонии строгого режима. Его помощник 8 лет 10 месяцев. 27-летнего пермяка, который выполнял роль склада, приговорили к 13,5 годам строгого режима. Кроме того, судом назначены значительные штрафы. На скамье подсудимых оказался 52-летний соликамец, который на протяжении года занимался незаконной вырубкой леса. Как установило следствие, мужчина вырубил порядка 6 тысяч деревьев различных пород. Причиненный ущерб составил свыше 30,5 миллионов рублей. Суд признал соликамца виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также выписал штраф в размере 600 тысяч рублей. 3 апреля в одной из квартир многоквартирного дома было найдено тело мужчины. По результатам вскрытия, смерть мужчины наступила от тупой сочетанной травмы тела. По подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое жителей города Соликамск без определенного места жительства. В настоящее время они заключены под стражу на период следствия. За что мужчины убили своего знакомого, предстоит выяснить следствию. Отметим, за совершенное убийство грозит лишение свободы до 15 лет.